Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор покупочек Wildberries, сезон Яндекс.Маркет. Много интересного, итак, поехали. Яндекс.Маркет, и тут у нас попкорница. Сейчас будем все открывать и вместе тестировать. Так, все это дело должно выглядеть. Вот все, что у нас в комплекте. А здесь на русском вообще ничего нет, а здесь да. Есть. Хорошо, что нам перевели. Установите вывод, это понятно. Возьмите чашу и наполните машину только одной чашкой кукурузы за один раз. Получается, это вот эта вот ложечка. То есть за один раз вот такую полную ложечку зерен можно, не больше. Установите мерную чашу в устройство. Нажмите вкл. Через 3 минуты после включения устройства получаете готовый горячий попкорн. Потом выключаем, когда попкорн закончился. Для повторного использования должно пройти около 15 минут. То есть перегревается, что ли. Добавьте соль, масло, сливки по вкусу в коробку с готовым попкорном. Но это потом, в общем. Так, собираем вот эту чашу. Нам еще нужна емкость, котен, под попкорн. Набираем целую ложку зерен. Добавляем какую-то емкость вот сюда под носик. Отсюда, по идее, должно вываливаться. Так, насыпаем внутрь попкорн. Я пока даже в розетку не включала. Я боюсь. И сверху ставим же вот эту вот как крышечку, ложечку. Так, что? Теперь включаем в розетку. Включили. Она вот так гудит. И там все вращается. Ой, уже тепло пошло. Прямо отсюда жар. Ой, какая она горячая. Даже не трогать, не надо. Через 3 минуты написано. Ладно, сейчас стрелять начнет, покажем. Начинает. Попкорном запахло. Вон он. Во-во, увеличивается. И вываливается в тарелочку. Оп-оп-оп. Ой, ну прелесть же. Опачки. Ой, пахнет как в цирке. Горячим теплым попкорном. Ой, какая прелесть. Ага, пахнет как вкусно. Да, то у нас в роде делали. Теперь вот и все. Вываливается. Ну, остатки мы оттуда вытащим. Сейчас он перестанет чпокать. В общем, ой, горячий. И отсюда прям вот тепло. Отлично. Вообще супер. Добавляй, что хочешь. Все, сейчас буду выключать, перестал чпокать. Еще в целом он в конце еще начал их все пулять оттуда, что у него там остались. Он все выпульнул, но штуки 3 вывалились мимо. Потому что прям. И он горячий, да, и аппарат сам горячий. В общем, прикольно, нам нравится, зачет девочки. Еще одна покупочка Wildberries, это карандаш пятновыводитель Pink Magic. Мощный, крутой, классный, самый любимый вообще у Pink Magic. Есть другой товар этого бренда, мы все его с вами знаем, кислородный очиститель. У него более 5000 отзывов. Производитель проверен, поэтому, конечно, беру именно их пятновыводитель. Вы уже знаете, что я всегда за самые простые и эффективные способы уборки и поддержания своего дома в чистоте. Поэтому без этого карандаша уже свой дом не представляю. Беру всегда две штуки, потому что две штуки брать гораздо выгоднее. Сейчас открою, все покажу, и будем с вами очень быстро, качественно и безопасно выводить пятна. Вот так выглядит карандашик. Я уже оторвала первую полосочку, то есть по мере необходимости мы с вами вот эти полосочки отрываем. Фокус, вернись. Вот, отрываем, если нам закончился у нас карандаш, отрываем еще одну полосочку и пользуемся. Что мне нравится, здесь никакие перчатки, ничего не нужно, никакого контакта со средством и ни с чем у нас нет. То есть мы держим за упаковку и по пятнышку проводим. Сейчас все объясню, как это делать. Итак, поехали. Что у нас на повестке дня? Ну, во-первых, нам нужна горячая вода, поэтому я вскипятила чайник. У меня здесь вот такие вот пятна. Гусь, обнимусь. Один из, девчонки чем-то уделали, чем не пойму, вот тут. Желтое что-то и вот это, не знаю что. Карандаш идеально подходит, когда вещь целиком постирать нельзя. Вот прям идеально подходит, когда какие-то точечные локальные загрязнения, не хотите снимать шторы, естественно, там большой ковер не помещается в стиральную машинку. Все вот эти вещи, обивка на диване и так далее, можно легко обрабатывать с помощью карандаша и выводить даже самые сложные загрязнения. Дальше у меня что? У меня тут на шторах вот тоже посадили какое-то пятно. Смотрите, вот его вот так видно. Я уже терла, но вот все равно по контуру остается. Шторы, конечно, снимать не хочу. Я их относительно недавно повесила, поэтому мы сейчас вот это дело все карандашиком пройдемся. Так, поехали. Наливаем кипяточек. Нам нужно пятно обильно смочить горячей водой.
Я для этих целей беру чайную ложечку. Так, лежи, никуда не улетай. Вот так делаю. Так, и вот сюда. В процессе можно потереть ткань руками, но я так никогда не делаю, нет необходимости, карандаш и так совсем справляется. Теперь мы смачиваем карандаш, вода должна быть минимум 50-60 градусов, но я всегда использую, вот кипячу прям, ой, как прекрасно, господи, как же я люблю этот карандаш. Когда вот так вот раз и все. Должна образовываться пена. Если пена не образуется, смачиваем еще, значит плохо смочили, смачиваем еще вещь, смачиваем еще карандаш. О, ну прелесть же. Тут прям много пены. Прям много пены образовывается. Смотрите, как здорово. Так, теперь поехали шторку. Мне не очень удобно делать это одной рукой, поэтому я сейчас без вас обработаю и покажу. Чтобы смочить это место удобненько, я взяла ватный диск и аккуратненько прям окунула в кипяточек и смочила это место. Здесь даже до пены дело не дошло, потому что немножечко прям нанесла карандашик и вижу уже изменения. Пусть все это дело 5 минут постоит, сейчас мы пойдем с вами в детскую. Кстати, один момент, если какие-то деликатные ткани обрабатываемся, ну, допустим, тоненькая рубашечка, тоненькая блузочка или, может быть, тюль, то на стол лучше предварительно постелить полотенце, чтобы ткань не повредить и чтобы стол не повредить, как бы, да. И аккуратненько, не кипяточком, а лучше 50-60 дать немножко остыть водички. Аккуратненько, не растягивая ткань, придерживая ее руками, обрабатываем пятно, потому что с деликатными тканями я тоже с помощью этого карандаша работала, никаких нареканий нет, он абсолютно ничего не повреждает, и цвет всегда остается на месте. В прошлый раз мы с вами очищали стол Ксюшкин, а теперь посмотрите, что со столом Крис. Да, вот такие вот пятна понаставила, и они не оттираются. Здесь у нас и ручка, и фломастеры какие-то, в общем, все что угодно. Так, как следует, вот так вот смачиваем. Погнали. На Ксюшкином столе в прошлый раз он показался просто идеально. У меня ни одно средство не справлялось с пятнами. Не знаю там от чего, у нее маркер не маркер был. Вот, так, фокус вернись. Поэтому вот для мебели, для светлого, у кого дома мебель, у кого дома дети, прям шикарно, смотрите. Прямо вот так везде прохожусь. И красота. И все оттирается. Можем, я с собой тряпочку сразу взяла сейчас, посмотреть. Смотрите. Вот. Прелесть-то какая. Сейчас весь стол таким образом пройдусь. Вот тут еще пятна. Да? Абсолютно чистый белый стол без единого пятна. Кстати, к разговору про тюль. Смотрите. У меня здесь обнаружились какие-то краски. Сейчас попробую. Ну что, я все обработала. Смотрите, пятна ушли практически сразу. Я еще вот тут вот нашла пониже. Тоже обработала. Что-то пошло не так во время игры. Знаете, похож на восковые мелки. Восковыми мелками нарисовали. Вот сразу все практически отошло. А восковые мелки, они вообще очень трудно выводятся. Сейчас я сполосну тряпочку, чистой тряпочкой пройдусь. И все, пятен нету. У меня еще одна задача, это дверь. Это дверь, и здесь красная ручка, которая не оттиралась вообще ничем. Я даже прям вот скоблила по двери. Она не хочет уходить. Пробуем. Так. Растворяются чернила, ура. И чем уже только не терла, и диском, и пастой чистящей. Эта ручка... Уходить не хотела. Но с карандашком все вообще супер. Тут аж прям вдавлено в дверь было. Крис старалась, чтобы ее художество запомнили надолго. Розовая пена. И вытираем. Ой, прелесть-то какая. Быстро и просто. Ну, чудеса. Так, теперь смотрим шторы. Я пятна не вижу. Сейчас протираю все тоже влажной тряпочкой. Личненько. Все замечательно, от пятна следа нет. Как здорово, что не пришлось снимать и стирать штору, что все можно сделать на месте, не отходя от кассы и быстро. Также беру тряпочку и все вытираю как следует. Ну тут уже было понятно изначально, что пятна нет. Оно прям магическим образом вывелось сразу.
Вот, просто шикарно. Сейчас он высохнет, на батарею его положу, и все, замечательно. И никакого беспокойства по поводу безопасности этого средства у меня нет, потому что оно абсолютно экологично. Ребенок спит с гусем, и я не боюсь им обрабатывать детские вещи. Более того, вам скажу, именно для детских вещей в 90% случаев он мне и нужен, и для уборки в детской. Ну что, мои хорошие, я полностью довольна результатом, гусь свидетель. За 10 минут, наверное, максимум я полностью избавилась от сложных пятен в доме. Максимум 10 минут у меня на все это ушло. С учетом того, что средство универсальное, бюджетное, цена абсолютно доступная, с безопасным составом, с экономичным расходом. Смотрите, я даже одно деление не потратила. Не занимает много места при хранении, не оказывает никаких негативных воздействий ни на окружающую среду, ни на кожу человека, ни на ткань, не повреждает их совершенно и разрушает даже самые стойкие загрязнения. Я вообще с этой дверью боролась уже не знаю сколько месяцев, и даже не надеялась. Тут вспомнила про свой чудо Pink Magic, и, конечно, он с этим справился. Я буду использовать обязательно его и дальше. Вам однозначно к покупке рекомендую. Переходите по ссылке в описании и заказывайте. Пусть ваша уборка всегда приносит удовольствие. Пачки Wildberries. Много интересного. Итак, распаковываем. Здесь у нас молочко. Это Крис. Она до сих пор любит свое молочко. Нутрилон 4. Она его пьет периодически на ночь. Иногда может с утра попросить. Я не против совершенно, потому что витамины, микроэлементы всякие, минералы. Ради бога, пусть ребенок пьет. Так, дальше, смотрите, вот это такая интересная штучка. Это для душа. Чистить, прочищать щеточки. Видели, наверное, всякие такие вирусные видео с ними. Пахнутые, правда, немножко пришли. Но посмотрела, полазила на просторах интернета. Как бы есть только такие, других нету никаких. Взяли, почистить, потому что у нас душ, там, наверное, два отверстия, стреляет сильно в сторону. Наверное, забились, и вот хотим попробовать. Будем сейчас смотреть. Для меня, если честно, проще лейку купить, но вообще проблем никаких нету. Но вот Ксюшка захотела, ей вообще вот этот процесс интересен, поэтому купили. 90 где-то рублей цена вопроса. Так, дальше. Вот такой вот кан мебельный. Для чего он нам? Видите, что из себя представляет? Это для первого этажа нашей двухэтажной кровати. Мы там установили перегородку, спинку, не знаю, как это назвать. Если кто не видел, в общем, в Дзене я ролик сниму сейчас, как буду все это делать, коротенький. На Дзен проходите, там вся наша жизнь. Установили, чтобы она не падала, потому что планируем сейчас ее туда выселять. Уже как бы начали, но чуть попозже на постоянной основе ее выселяем в детскую, да, первый этаж. И я заказала несколько штук вот такого канта, потому что перегородка у нас есть, но она не обрамлена по периметру. И нужен именно вот такой вот кантик. Короче говоря, будем сажать на клей, суперклей. Он вот такой вот, смотрите, надевается именно, потому что они есть разные. Есть просто накладываются, а есть надеваются. Вот, и нам нужен был по цвету, чтобы под кровать подходил. Я заказала несколько, пришла, посмотрела и выбрала. Здесь не знаю, сколько метров. Уже все выкинула упаковку. Ну, в общем, нам надо немного, поэтому я этим вопросом не задавалась. Вот такие вот вкусняхи. Это халва пешмании. Мне посоветовала подруга. Я вообще такие вещи люблю, но вот это беру первый раз. Вот это беру первый раз, и мне очень интересно. Пришло все хорошо упаковано, в картон, все переложено. Вот это зелененькое у нас, по-моему, с фисташкой, а беленькое с кокосом. Сейчас хочу открыть и попробовать. Вот рассыпчатое волокнами, прям вот волокна. Это очень вкусно. Можно для какой-то выпечки, наверное, использовать. Она как будто нитки берешь, вот ей-богу. Очень вкусно. Ну, нереально вкусно. И с кокосом, и с фисташкой. Знаете, прям немножко привкус кокоса. Нет ярко выраженного. Совсем чуть-чуть, вот капельку. И фисташка тоже. В целом это похоже на белую халву. Я очень беру, наш магазин привозит, но давно не привозили. Я прям люблю с кофе с утра. Она кусками, белая халва, она такими кусочками, и она как, ну, не знаю, молочный шоколад с привкусом орешков, такой сливочный, вот мне очень нравится. Похож, вот это похож по вкусу, но та белая халва мне все равно, вот, которая у нас в магазине, кусочком нравится больше. Но вкусно, очень вкусно, девчонки, прям вот вкусно. Дальше футболки по 300 рублей, вот это розовая, ой, по 200 рублей, что я вам вру, по 200 рублей футболки. Вот это розовая Ксюшки, это, по-моему, у нас 44 размер, вот такая обычная летом гонять. Желтенькая, она поплотней. Тоже по 200 рублей, девчонки. Вот такая вот плотненькая, классная. 104 ростовочку взяли, Ксюшки. Ой, Крестюшки на лето. Тоже гонять пойдет. Это прям расходный материал, поэтому по 200 рублей брать шикарно. И еще одна вот такая вот сиреневая, тоже Крис. Тут такая этикетка, как будто она пережила уже Великую Отечественную, ей-богу. Но саму футболку посмотрела, и горловина выполнена за такие деньги, хорошо. Сиреневая, и тут такой фотоаппарат, тоже 104-я ростовочка. В общем, набрали по 200 рублей футболок, довольно как слоны.
Покупочка Озон, покупка мужа – это сетевой фильтр. Почему муж? Потому что вот я сколько выбирала, везде, но есть отзывы плохие. Что заявлено заземление, защита от перенапряжения, но по факту нет, или провод недопаян. Ну, в общем, я сколько смотрела, а он вот выбрал на Озоне и отзывы посмотрели. Ну, хороших, правда, там мало. Сейчас распакую, покажу, в чем его фишка. Во-первых, он 6-метровый. Он 6-метровый, у нас сейчас в детской беленький похожий, но он короче. А этот 6-метровый, мы его под стол прямо уберем, не видно совсем, будет здорово и удобно. А здесь 3 разъема, 3 USB-порта. У нас в том, который сейчас, тоже 3 USB-порта, но у нас всего потом 3 входа только, маленький. А нам нужно много, потому что там компьютер, принтер, это только 3 розетки, колонки, экран, это 4 розетки. Плюс еще розетка, 2 гирлянды. Ну, Ксюшке как раз 6 нам хватит. Кнопка. Кнопка, кстати, именно здесь в кнопке защита от перенапряжения. То есть, когда идет перенапряжение, он не сгорает, а он просто выключается. У нас есть, ну, я надеюсь, что так будет. У нас есть похожий, так как, в принципе, квартира старая, дом старый, да, иногда такое случается. Проводку тоже, конечно, уже не за памятных времен. Поэтому лучше, конечно, вот с заземлением брать и именно с защитой от перенапряжения. То есть, кнопка просто выстреливает, все выключается, и все. Ты понимаешь, что да, где-то перенапряжение и так далее. Так как у нас век цифровых технологий, огромное количество гаджетов, огромное количество техники. Без этого никуда, поэтому лучше такие брать. Так что вот такой вот сетевой фильтр. Яндекс.Маркет, и здесь моя прелесть. Сейчас покажу. Это противень Кукмара. Очень давно хотела что-то подобное на века, и так как я безумно довольна жаровней от этого бренда, я решила, что надо брать уж одну, но хорошую, качественную. Распаковываю. Так она выглядит. Я взяла средний размер. Так, где у нас тут размеры-то? А, вот, 36, получается, и 5 сантиметров на 26, высота у нас 5,5. Это коллекция «Гранит», и самая дешевая она была на Яндекс.Маркете. Я взяла за 1600 с чем-то, сейчас смотрю 1900, но в любом случае на Wildberries и Озон они 2400-2500. Вот такой размер. Есть еще больше, есть еще меньше. Большая, вот реально большая, большая, классная. И вот эта коллекция «Гранит» мне безумно нравится. Из этой же коллекции у меня жаровня. По характеристикам, тут если кому интересно, покажу. У кого есть, пишите свои отзывы. Я девчонок уже в Телеграм спрашивала. Ну, у всех, у кого есть, у всех восторг. Восторг, потому что продукт действительно на века. Тяжелый. Он реально тяжелый. Он реально тяжелый. Вот, кстати, «Гранит Ультра» вот здесь. Они есть разных расцветок. У меня вот такая вот серенькая. Девочки пишут, что хорошо моется. Вот такие вот ручки есть здесь по бокам, чтобы удобно было доставать там прихваточками. И дно, давайте с вами посмотрим. Дно вот таким вот образом выглядит. Но действительно тяжелый. Я в пункте выдачи распаковала, посмотрела. Все нормально. Тут, кстати, наверное, бумажечка. Надо будет отлепить какой-то штрих-код. Вот. Достаточно высокая, достаточно большая форма, влезет много, то есть можно и на 2 дня тут что-то наготовить. Буду завтра обязательно тестировать. Тяжелая-то какая. Буду завтра обязательно тестировать, посмотрю, как что. Девочки прям пишут, что ничего не пригорает, что все отлично моется. И вообще запекать в такой форме одно удовольствие. Стенки толстые, форма добротная, тяжелая, но прям класс. Я безумно рада, сделала себе такой подарочек. Давно хотел. У меня до этого была стеклянная форма. Она у меня раскололась совершенно случайно. Там как бы я виновата, неправильно извлекала ее. Она у меня разбилась. Я искала стеклянную. И тут мне попалась Кукмара. Я посмотрела отзывы, почитала. Великолепный. Кинулась я в корзину уже на ВБ. И, как всегда, пошла на всех маркетплейсах сравнивать цены. И на Яндекс.Маркете они оказались дешевле всего. Поэтому, конечно, заказала там. Класс. Явлено, что она устойчива к царапинам. Я сейчас вот, ну, специально решила пошкрябать. Причем прикладывая усилия, да. Хоть бы что. Мне кажется, вот чтобы ее поцарапать, нужно прям брать какой-нибудь нож по типу Сантоку Фаберлик огромный и давить, давить и драть, потому что, ну, нереально. Ободрать ее, мне кажется, нереально. Ну и на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в инфобоксе, в том числе и на карандаш-очиститель Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока-пока.